на канале «Домашний» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Семейный портрет», выход которой ожидается 8 сентября. В центре сюжета сериала два брата, Артем и Федор, которые волей судьбы разошлись по жизни. Артем уехал в столицу и стал правой рукой крупного бизнесмена, а Федор остался в родном городе и продолжил работать в автосервисе своего отца. Спустя время, когда с отцом случилось несчастье, Федор попросил помощи у успешного брата, но тот выставил условие, чтобы получить деньги, Федор должен похитить новорожденную внучку босса Артема. Однако план дал сбой, и это стало началом долгой вражды между братьями, которых связала криминальная тайна. Главные роли в сериале исполнят Артур Лагай, Петр Рыков, Анастасия Иванова, Дарья Легейда и другие. Премьера 4-серийной мелодрамы «Семейный портрет» состоится 8 сентября на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.